Сегодня по всему миру празднуют День театра. Этот профессиональный праздник учредили в 1961 году 9-м конгрессом Международного института театра. В честь этого события мы встретились с барнаульскими артистами, чтобы узнать, что для них значит театр. Я учился в политехе, почти закончил, но все через сопротивление. Я работал на заводах, и вот однажды нелегкая судьба, так сказать, случайно занесла меня в театр, и все пошло. Я понял, что вот здесь мой дом. Это и боль, и счастье, и жизнь, и радость. Знаете, это своего рода больница, где меня лечат, и я лечу. Театр для меня – это моя жизнь, это моя любимая работа, и без нее я уже не могу, это точно. Я не хочу больше ничем заниматься, я хочу заниматься только этим. Я люблю театр. Театр – это украшение, театр – это праздник. Если это слезы, то это очистительные слезы, которые потом помогают нам дальше жить. И театр – это наш дом. Все. Вот радость в доме, значит, радость. Но что-то плохо. Плохо мы вообще откидываем. Ну, нельзя. В театре что-то плохое. Вот. Нойте, идите вон там, понойте. Нельзя в атмосферу театра. Это праздник. Это всегда праздник. День театра – это прежде всего праздник для наших зрителей. Потому что не зритель для нас создан, а мы для зрителя. Традиционно Всемирный праздник театралов проходит под девизом театра как средство взаимопонимания и укрепления мира между народами. В Барнауле 4 профессиональных театра. Ежегодно они готовят специальные программы, ставят новые спектакли. Словом, готовятся поздравлять своих зрителей, без которых театр бы и не состоялся. Дарья Демиллер, Андрей Печоркин, Николай Шилко. Наши новости.